Всем привет! Сегодня мы будем баловать родных и близких сырничками. Для этого нам понадобится 2 яичка, корица, масло 100 грамм растопленное, сахар, соль, кокосовые стружки, замоченные в горячей воде. Вот они размокли и такие стали уже мягенькие. Мука, творог и ванилин. Сейчас мы выльем в посудку прозрачную, я специально выливаю, яички. И сразу сюда все добавим. Корицу добавим. Сахар. И соль. Забьем миксером. Остывшее маслечко выливаем сюда же. Еще немножко взбиваем. Высыпаем сюда вместе с водичкой кокосовую стружечку. Добавляем муки. Пока 4 ложечки добавлю. Размешаем. Еще немножко миксером, наверное, сболтаем. Жидковато. Добавим еще 4 ложечки. Еще немного миксером. Вот такая консистенция у нас получилась. Теперь сюда высыпем наш творог. Творога здесь почти полкило. Перемешиваем все хорошо. Высыпем остатки. Наша смесь для сырников готова. Сейчас ее будем жарить на сковороде оливковым маслом. Вот я растяпка, забыла ванилинчика добавить. Чуть-чуть совсем. Добавим немного ванилинчика и перемешаем. Еще разок. Вот теперь приступаем к выпеканию. Масло наше хорошо разогрелось. Теперь добавляем сюда ложечки вот так сырнички. Массу для сырничков. Еще ложечку. Если тесто сделать погуще, то сырники можно выпекать и в духовке.
Вот такая красота. Переворачиваем. Девочка, поможет мне девочка перевернуть. Наши сырнички готовы. Переложим наши сырники на тарелочку с салфетками, чтобы лишний жир, лишнее маслечко впиталась в салфетки. Вот такие красивые румяные сырнички. Всем, кто с нами кушает, приятного аппетита! Спасибо!